Привет! Привет, привет! Как дела? Прекрасно, вот последний денечек, пора домой, но не хочется. Совсем? Mm-mm. Быстро время пролетело? Да, 7 месяцев, вот так вот. Как тебе твои 7 месяцев, Тая? Ну, прикольно, но тяжело. У меня, получается, 5 месяцев в Тае и 2 на Филиппинах. А что ты здесь делала? Отдыхала? Ну, не совсем. Я поехала тренироваться и заодно участвовала в соревнованиях. А в каких соревнованиях участвовала? Ну, первый был чемпионат мира на Филиппинах. Вот, там я стала 5-я и 7-я. Потом Карат Опен, этап Кубка мира, тоже стала 5-й. И вот на пластике плейграунде стала 3-й. Что больше всего запомнилось? Сложно сказать. Из сырев? Сырев на пластик, конечно. Пластик – самое классное соревнование. А Филиппины? Ну, я уж там не... Слушай, ну ты достаточно сейчас знаменита. У тебя у самой есть какие-то кумиры? Все мои кумиры уже стали моими друзьями. Поэтому сложно. Не, ну есть ребята, которые прям вдохновляют, но... Ну, сейчас сложно сказать, что кто-то вдохновляет, потому что, по сути, ты смотришь видосы, идешь и повторяешь это все. Вот, а, конечно, изначально мне очень нравилась Кортни Ангус. Ну, и, в принципе, сейчас она до сих пор катается очень круто. А у тебя тренер есть? Меня Ваня Качков тренировал в 2014-2015 году. Вот, потом он переехал, и все. И дальше я уже сама пошла. То есть ты самоучка? Ну, да, начинала сама. Когда ты начала осознавать, что ты пример и подражание для многих детей? Я до сих пор этого не осознаю. Не знаю. Честно, я не люблю говорить о себе. Это людям судить. Рассказывай про спонсоров. Ну, сейчас я катаюсь за King Winchway Park. Это мои самые главные спонсоры. Вот. Также за Liquid Force Russia и Billabong Russia. Ну и, соответственно, траектория Бобшоп. Кстати, King Winch – это мой домашний спот, и ежегодно мы проводим очень крутые соревнования там, так что всех ждем, приезжайте. Если даже не покатать, так посмотреть, будет круто. Как долго ты тренируешь в день на воде, сколько ты проводишь? Не знаю, по-разному. Иногда хочется весело покататься, тогда просто весь день. А иногда, наоборот, иду, концентрируюсь на каком-то трюке и, там, не знаю, полчаса-час прямо на него. Что вейк для тебя? Свобода. Вот моя жизнь, супер свободная жизнь. В Инстаграме ты часто говоришь лайфстайловские фотографии, мой лайфстайл, какой он? Сумасшедший, определенно. Я человек, который живет с билетом в один конец. Да, вот, например, этой зимой я уехала с билетом в один конец, без каких-либо планов. Точнее, ну были планы, но они абсолютно поменялись. Вот, мне очень нравилось. Приезжаешь куда-то и пытаешься разобрать все свои проблемы. А у тебя братья, сестры есть? У меня гигантская семья. Я самая старшая, и помимо меня у меня еще сестра и 3 брата. Все родные, все живем вместе. Кошмар. Весело? Да. Тебя родители поддерживают? Сначала вообще не поддерживали и не понимали, зачем я этим занимаюсь, потому что я на вейке начала кататься, когда уже училась на втором курсе университета, и у меня были абсолютно другие планы. Вот, а потом моя жизнь кардинально изменилась. И, в общем, очень долгое время, я отчасти до сих пор не понимаю, зачем я этим занимаюсь, но уже начинают поддерживать, потому что видят какие-то результаты и, не знаю, наверное, цели в этом всем. У тебя есть собака? Да, у меня вейк-дог Лу, Джек Рассел Терьер, сумасшедшая собака, любит бегать за лебедкой. Если на острове будет лебедка, она до нее добежит, если она будет работать, она ее услышит. Какие сейчас у тебя регалии вейки, достижения, которые ты можешь сказать, да, дан, поставила галочку? Ну вот, наверное, это пластик плейграунд, самый важный, потому что я 3 раза, это получается мой 3-й раз, и ни разу я не проходила. Не ожидала? Ну, я очень много готовилась, и очень много. Я специально заранее приехала в Бангкок, вот. Ну, да, я не ожидала, что я смогу пройти так далеко. Расскажи про Азию для тех, кто хочет сюда приехать. Ну, во-первых, нужно научиться водить скутер, по-любому. Это моя ошибка. Я 3 раза ездила в Азию, боялась ездить на скутере, и всегда висела на чьей-то шее. Вот, во-вторых... Не знаю. Ну, нужно понимать, что, наверное,
стороны, другие принципы жизни. Вот. А так-то что? Люди везде одинаковые. Ну, конечно, тайская еда очень классная, просто мне уже она так надоела, что я рада, что я нахожусь в Пхукет Вейк Парке, и тут есть вкусная еда европейская, и мне теперь отлично. А то от тайской уже... Ты тренируешь? Да, очень много, особенно зимой. Но в кемпе первый раз. Это наш первый кемп. Успешен? Думаю, да. У нас такая интересная компания собралась. Все разные. А наш кемп длился, ну, по-разному, от 10 до 14 дней, в зависимости от того, кто приехал. Было клево, мне кажется, все довольны, все увезли новые трюки определенно. Вот. Кто-то даже остается тут дальше. Лиз, слушай, ты когда-нибудь маркетингом занималась? У тебя очень круто получается рекламировать. Ну, наверное, поэтому у меня и есть спонсоры. Поэтому мне лежит, наверное. Или поэтому мне их нет. А теперь давай про личное. Да. Есть планы, замужество, дети, семеро по лавкам? Был бы с кем. Пока нет. Пока дальше развиваться в этом направлении. А, вот, искать еще какие-то ответвления, чем бы можно было заняться, кроме вейка, но вместе с вейком. Вот так, вот. Так что пока я вся тут. Образование. Я закончила философский факультет СПбГУ в 2016 году. На магистратуру не поступила, но думаю, что, наверное, попробую этим заняться в ближайшем будущем. Вот откуда правильная речь такая, да? Ну, мне кажется, что она правильная. Мне как-то даже неловко себя потом слушать. Твой любимый трюк? Трюк? Roll to blind. Да. Сразу хоп получилось? Нет, нет, я над ним долго боролась. Да я на самом деле, у меня не было никаких трюков, которые получались очень быстро, над всем, ну, реально очень долго работала. Особенно, когда надо было перенести с реверса на кольцо. Это вообще годы заняло. Что ты чувствуешь, когда у тебя вот все получается как надо? Я очень рада. Хочу сразу еще один новый трюк прыгнуть. Вот у меня так было последние 3 дня назад, по-моему. Я увезла один трюк, и мне потом захотелось попробовать. Что скажешь маленьким звездочкам, которые только начинают катать? Кататься, не торопиться и не прыгать выше головы. Вот. А все придет, но попозже. Когда этому суждено быть.